адресов, ни адресов. Только покосившийся дедов дом, ну и непролазная нить кругом. Правда, через лес раньше жил сосед, но его уж нет где-то пару лет. Говорят, он помер и пропал, то ли его в чаще медведь задрал. Эх, родная сторона, поле, лес, болото. Глядь наружу из окна, хотеть идет кто-то. Совсем теперь ждать возле окна или через дверь, сунуться навстречу незваному гостю своему, а гаяну.